Так, ну давай, Катюша, рассказывай. Ты сейчас прокатилась на круг. Это какая разгрузка у тебя? 158. Какие у тебя ощущения, что ты можешь сказать? На самом деле, ты на втором, да, склоне ездила? На двойке? Да, на втором. На двойке. Ну, давай. Ну, сначала, конечно, я падала. Так. Ну, потому что они совсем по-другому идут, не так, как это. Ну, мне гораздо больше понравилось, они не срывались. У меня вот хэдс срывались, а они... Ага. Особенно крутые. А как в целом скорость, как они держат? Все, как все они хорошо. Держат дугу? Тоже гораздо лучше. Они как раз ее держат, хоть нет. Слушай, а на что-нибудь они похожи на то, что, на чем ты до этого ездила? Нет. Вообще не... Ну, какая отличительная их черта? Что ты можешь сказать? Ну, они гораздо плавнее идут и намного лучше держат дугу, чем, ну, все, что было. Так, а пятка как работает? Отлично. А скажи мне, пожалуйста, вот тебе нужно пожестче, помягче, нет, добавить вот платформу? Платформу добавить нужно, да. Платформу добавить жестче не нужно. Понятно. Ну, в общем, тебе в целом понравились. Спасибо.